Шымкенте в районе центрального стадиона имени Каджимукана полностью сгорел автомобиль марки BMW X5. Иномарка была припаркована прямо у здания стадиона. Возгорание произошло на автостоянке около 11 часов утра. Огнеборцев вызвали случайные очевидцы пожара. В причинах возгорания разбираются дознаватели противопожарной службы. Казахстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабының бабымен есірткі затына күдікті ретінде ұсталынып отыр. В Южно-Казахстанской области полицейские задержали 54-летнего подозреваемого при сбытии марихуаны. В марте текущего года сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали жителя города Туркестан 1962 года рождения при сбытии за 10 тысяч тенге трех спичечных коробков с наркотическим веществом, похожего на марихуану. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятые наркотические вещества являются марихуаной общим весом свыше 5 граммов. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятые наркотические вещества являются марихуаной общим весом свыше 5 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Задержанный арестован, проводится досудебное расследование. Парковка в палисаднике в одном из дворов многоэтажного дома Шымкента послужила изъятию государственных регистрационных номеров автомашины марки «Субару». Жители дома номер 42 по улице Гагарина вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы проучить злостного нарушителя правил дорожного движения. Он когда вышел, я позвонила в 102. Они сказали, сейчас в общем вышли. Но я их попросила, говорю, пожалуйста, он уже вышел, а я машину не выпускаю. До этого я тоже 7-го не выпускала, пока они не приехали. И приехали, в общем, парни, и, в общем, молодцы, они мне все мне делают, помогают. В общем, я надеюсь, что это прекратится, потому что мы уже устали вызывать и скандалить с этими людьми. Эвакуировать иномарку на штрафстоянку из-за опасения повредить зеленым насаждениям сотрудники не смогли. Сейчас эвакуатора вызвали здесь. Они сказали, что здесь деревья, вот это ветки будут мешать, они не могут поднять машину. А мы сейчас будем присутствовать двух понятых, которые сейчас еще одна выйдет, да? Будем изъять государственные регистрационные номера до устранения причин. Водителю, чтобы должен оштрафован по статье 597, части 2, а об оставлении транспортных средств на газоне. В результате в присутствии понятых блюстители правопорядка изъяли государственные регистрационные номера автомашины и составили протокол. Так как водитель здесь не явился, отказался от передачи документов для составления административного протокола на месте, были изъяты государственные номера автотранспортного Subaru за госномером 518 Елена Л. Латинская, Аня 13 Зерегун, который стоит перед домом на газоне с нарушением правила дорожного движения пункт 12, частью пункт 12.5 по статье 597, части 2. Владельцу автомашины придется выплатить внушительный административный штраф.